Всем привет! В честь Хэллоуина вышел новый ивент в Roblox, и сейчас мы с ним будем разбираться. Я сейчас нахожусь на плейсе Azure Mines, и здесь можно получить роскошные наплечники с шарфиком. Итак, начнем! Сперва нам необходимо на нашей базе поставить телепорт. У меня его, конечно же, не было, потому что я впервые играю на этой карте, поэтому мне его необходимо построить за 75 голды. Построили, заходим в него и бежим на центральную улицу. Берем в руку кирку и начинаем копать, как истинные шахтеры. Копаем до тех пор, пока не найдем 10 вот такой вот руды. Называется она сальфа и переводится как сера. В общем, суть уловили, да? Нужно насобирать такой серы 10 штук. Насобирали 10 штук, жмем вот сюда на телепорт. Возвращаемся на базу и бежим к нашему доктору. Отдаем ему 10 штук серы, а он нам открывает свой тайник. Бежим к этому драгоценнейшему сундуку и забираем оттуда наплечники. Чтобы получить нам шарфик, нам необходимо вооружиться нашим крутяцким игрушечным арбалетом и стрелять вот в такие вот светящиеся штуки. Мы их, естественно, потом киркой разбиваем, добываем, и таких нам нужно 20 штук. После того, как мы насобирали 20 штук, бежим к нашему доктору. Отдаем все, что мы добыли, и получаем взамен шарфик. Ну вот, в принципе, и все. Первые два комплекта хэллоуинского ивента мы уже получили. Осталось еще 4 вещички, но это будет чуть позже. А с вас пока что лайки, комментарии и подписочки, если вы еще не подписаны. Все, пока, увидимся.